Чувашии создадут агентство инвестиционного развития. Новая структура, как следует из названия, займется привлечением инвестиций в экономику республики и комплексным сопровождением инвестпроектов. Учредителем агентства инвестиционного развития выступит Минэкономразвитие Чувашии. Наблюдательный совет возглавит руководитель региона Олег Николаев. Основными функциями агентства являются обеспечение режима одного окна для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти, содействие созданию проектных команд по поддержке реализации конкретных инвестпроектов под ключ, продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом. В республике появится и Институт территориального развития региона. Организация будет помогать органам местного самоуправления в подготовке, разработке и сопровождении проектов благоустройства. Кроме этого, институт займется вопросами участия республики в федеральных конкурсах, вовлечением населения и крупного бизнеса в развитие городской среды. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика.